Пользователи Твиттера пишут, что все республиканские сенаторы, кто не возражает против этих выборов, можно считать, что ваша карьера в политике закончена, и с вами все ясно. Один из республиканских сенаторов разместил фотографию своего ужина в Твиттере и подписал: «Я очень рекомендую этот ресторан. Борись за Трампа», написал Билл Уайт, защитник ветеранов и военных США. «Всем все равно на твой стейк». Всем привет, меня зовут Лариса, мы находимся в городе Лос-Анджелес. Я слежу за американскими новостями, американским YouTube. Подпишитесь на канал и нажмите на все колокольчики, чтобы получать уведомления о новых видео, а также поделитесь этим видео с друзьями и в соцсетях. Поехали! Пользователи Твиттера пишут, что все республиканские сенаторы, кто не возражает против этих выборов, можно считать, что ваша карьера в политике закончена, потому что кто, как не вы, должны первыми выразить поддержку Дональду Трампу на этих выборах. Один из республиканских сенаторов разместил фотографию своего ужина в Твиттере и подписал: «Я всем очень рекомендую этот ресторан. Борись за Трампа», написал ему Билл Уайт, защитник ветеранов и военных США. «Всем все равно на твой стейк». Все внимание сейчас направлено на 6 января на Конгресс США, который заседает в Вашингтоне в Капитолии. Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей. 6 января в Конгрессе должны официально утвердить президента США 2020. От Палаты представителей почти 10 кандидатов уже заявило, что они выступят с возражениями 6 января в Конгрессе. От Палаты Сената вчера первым сенатором был Джош Хоули, который заявил, что выступит с возражениями 6 января. В этом случае в Конгрессе будут развернуты дебаты, которые могут длиться до 14 часов. Напомню, что команда Трампа уже готовится представить фатальные доказательства прямо в Конгрессе США. Как заявил Джулиани, вы узнаете все и сразу, и это будет шокирующе. Лиз Харрис после того, как увидела несколько видео, где умершие люди голосуют на выборах США 2020, в Аризоне запросила списки людей старше 90 лет. К ней присоединилось 800 волонтеров, и они проверили все списки. Да, действительно, очень много умерших людей голосовали на выборах, но количество не было очень большим. По мере проверки списков голосовавших я обнаружила еще более странные детали, что примерно каждого пятого человека просто не существует, и в центре данных Аризоны нет ни одной записи об этих людях. Тогда я обратилась к своему другу, очень хорошему математику и аналитику, Бобби Пайтону. Он уже засвидетельствовал все данные, и мы пришли к выводу, что от 160 тысяч до 460 тысяч голосов – это фейки. 800 волонтеров ходят по домам и проверяют все имена и адреса голосовавших, и масштаб несуществующих людей и адресов просто поражает. Ну и еще один из твитов Лина Вуда. Лин Вуд не раз критиковал главного судью Джона Робертса, который отклонил множество исков команды Трампа, а также отклонил иски штата Техас и 18 присоединившихся к нему штатов. Также Лин Вуд открыто говорил, что судья Джон Робертс коррумпирован и лжив, и уж точно связан с Джеффри Эпштейном. В своем новом посте Лин Вуд написал: «Пусть он скажет вам правду, или спросите у Джеффри Эпштейна, он жив». Подпишитесь на канал, а я поздравляю всех с Новым годом и желаю самого отличного настроения. Всем пока!